Привет, мы на канале Мурвиау. Сегодня мы выпустили первый раз уточек гулять, курочек. Обрезали им крылышки, потому что, чтобы они не вылетали. Сделали им вот такое вот, чтобы не поцарапали окно, так как окно у нас здесь пластиковое. Выпустили гулять. Уточки у нас гуляли, да. Ой, как холодно. А вот курочки у нас первый раз. Вот наши бегуночки. Бегуночки. Фотографируют красавцев. Очень прикольные уточки. Да, блин. Первый раз пошли гулять, пенопласт надо забрать у них. Вытащили из-под этого, из-под домика. Вот они гуляют у нас. Холодно сегодня, на улице плюс 3. Ой, как холодно. Вот даже утки наши, вон те, он мускатный, вон они сидят. Вот. Караулят, когда я им дверь открою. Вообще не хотят гулять. Выпустишь их, они выйдут, посмотрят, искупаются и ждут уже, когда им дверь откроют. То есть как бы заходят, есть не хотят, пить не хотят, гулять тоже не хотят. Минимум холодно. Мы сейчас им туда поставили отопление, ну, обогреватель. Я его спрятала под сетку, чтобы безопасно. Он так сам по себе безопасный, с автоотключением, если, допустим, его пошевелить. Но, тем не менее, у них сейчас ночью где-то... Скольки оно где-то плюс 13 добегает. Так-то у них раньше было прохладно. Вот. А сейчас плюс 13 и заходишь так комфортненько уже. Единственное, сырость, да, сырость. Потому что ни опилки, ничего, как я говорила, в шаде тут купить нельзя. Вот. Уточку мы тоже здесь обогреватель даем. У нас один обогреватель для нас и для уточек. Со временем, конечно, у нас будет сарайчик отремонтирован. Но там есть сарайчик, просто он дырявый, его нужно доделать. Вот, это все в проекте, потому что, как я говорила, мы недавно только переехали и вот только-только начинаем обживаться. Вот, все для нас новинку, все нам интересно. Подписывайтесь на канал, будет еще что-то новое.